Мягко приземлиться на горку из зерна и полежать в плодах хлебных злаков – давняя детская забава. А побывать на предприятии сельского хозяйства – и вовсе чья-то несбывшаяся мечта. Что не скажешь об учениках 15-й школы. Для них актив молодежного парламента Анапы организовал экскурсию на базу агрофирмы «Гастагай». Ребята не только полежали на зерне, но и узнали условия его хранения. 12,4. С таким показателем всю зиму пролежит, не испортится. Параметры влажности ребята усвоили, однако на этом знакомство с миром сельского хозяйства не закончилось. Опытный агроном предприятия Роман Умрихин рассказал в том числе о процессах выращивания и сбора урожая. Дети воочию увидели спецтехнику, добывающую золото полей. Экскурсия просто обалденная. Все, узнал очень много нового про агрономию, про транспорт, который используется. Да вообще, в принципе, в целом повысил свои навыки, знания и узнал, как выглядит зерно обработанное. Кто знает, возможно, полученные знания школьников на экскурсии в будущем определят их выбор профессии. И команда агрофирмы «Гастагай» пополнится молодыми кадрами, от которых, как признаются руководители, точно не откажутся. Все довольны и все счастливы. А также я хочу сказать, что если ваша компания хочет пригласить к себе детей на профориентационную экскурсию и рассказать о важности ваших профессий, которые существуют в вашем предприятии, обращайтесь, и мы обязательно приедем к вам. Никита Васюхин, Анапа регион.